Так ты сел нам на хвост. А где твоя свита? Корли сделал небольшую остановку. У него слишком маленький мочевой пузырь, парень. Где Рибургер? Давненько я его не видел. Бен, что за дела? Что ты ищешь на дороге? Мы что, можем влипнуть? Нет. Мы уже влипли. Засунь мою башку в корзину. Мой бак вполне затарен. Когда взорвет она мне шину, я буду только благодарен. Чувиха-байкер, что люблю я, а лучше рая в небесах. Ну, старик, ты мой. А теперь сделай что-нибудь хулиганское. Устрой засаду какую-нибудь. Ага, заговор разгорается. Ты не должен был ржать надо мной на заседаниях совета, Малькольм. Ну и псих. Попалась. Не делай проблемы. А что это там? Это футляр. Иди сюда, я покажу. А, здесь фотоаппарат. Я займусь ей. Нет, Нестор о ней позаботится. У тебя назначена важная встреча с Корлиями. Хорошо. И не забудь сломать фотоаппарат! Да, да. А теперь, Малькольм, может, еще на дорожку? Корли? Корли? Бен! Мне кажется, Рибургер не мог ждать, пока я сам загнусь. Для него пришить человека, что сшибить муху. Рибургер так поступил с собой. Да, он знал, что я умираю. Он знал, что мое завещание лишит его места. Он хочет захватить Корли Моторс, Бен. Продать все иностранцам, выгнать рабочих и начать делать микроавтобусы. Ты понял меня? Микроавтобус. Ты должен отомстить за меня, Бен. Обещай, что уроишь его. Я обещаю. Я хочу, чтобы компанию возглавила моя дочь. У тебя есть дочь? Да, и она гений механики, Бен. Она починила свой первый карбюратор, когда ей было 4 года. Я называл ее Динамо в пилотках. Найди мою дочь, Бен. Найди, Марин. Марин? Опередил меня. Я надеюсь, что Марин продержится, пока я туда доберусь. Ага, пушка. Я понимаю. Но почему он принес фотоаппарат? На кого же работает этот парень? Корли Моторс? Нестор, что за куча там шевелится? Не знаю, Рид, но мне кажется, это куча Болюс. Надо же. А, теперь я понимаю. Законченный неудачник. Это лачуга Мон, я не вижу лимузина. Может, я их там застану. А может быть и нет. Похоже, что здесь кто-то в спешке рылся. Ничего не осталось, лишь осколки и этот разбитый фотоаппарат. Крышка открыта, пленки внутри нет. Мо говорила, что у нее нет фотоаппарата. Вот фото Мо и ее дяди Пита на норковом ранчо. Она сказала, что поедет туда на время, чтобы отсидеться. Вот туда-то мне, наверное, сейчас и надо. Thank you.
пусто. Возвращаться по этой дороге. У меня идея. Быстрее. Убийца? Что? Мокрое дело. Я тебя не сдам. Что еще? Ты разве не смотрел новости? Еще раз наша главная новость сегодня. Малькольм Корли, владелец Корли Моторс, был найден мертвым у стоянки на окраине города Меломби. Очевидно, что действовал не новичок. Следы побоев в области головы и шеи. Жестоко и безжалостно. Полиция арестовала пользующуюся дурной славой банду рокеров, известную под именем Хорьки. Нет. За исключением их главаря, который все еще на свободе. Дорожные заграждения были расставлены вдоль Хайвея 9, чтобы предотвратить это опасное и жестокое преступление. Я так и знал. Проблемы с фараонами. Мне не надо было оставлять банду. Эй, я ничего не хочу слышать об этом. Не надо все это вешать на меня. Тебе бы исчезнуть, мужик. Фото Мо и ее дяди Пита на норковом ранчо. Она сказала, что поедет туда на время, чтобы отсидеться. Вот туда-то мне, наверное, сейчас и надо. Шуток. Хоть там и жутко воняет, но я не помню, чтобы где-то спал лучше. Ты должен помочь мне. Найди моего редактора в Корвилле, скажи, что я сделала снимки убийства Корли. У тебя есть снимки? Да, но какой-то головорез упер мой фотоаппарат. И так у тебя нет никаких снимков. Ну, я проследила за этим парнем до Меломвида, но я не смогла приблизиться к нему. Они бы убили меня? Найди моего редактора, он должен вытащить меня отсюда. Возьми один из этих фальшивых пропусков, чтобы пройти через блокпосты. От этих снимков зависит моя карьера. Помоги мне, Бен. Ты моя последняя надежда. О, не беспокойся. Я твой должник. Если головорез Миранды тот же самый, который напакостил в хозяйстве Мо, это должно быть фотоаппарат Миранды, я там видел. Но тогда кто же взял пленку? Слушай, дай рассказать, что случилось. Говорю тебе, не хочу в это ввязываться. Послушай,
Дай рассказать, что случилось. Говорю тебе, не хочу в это ввязываться. Я могу попробовать. Ничего не выйдет. Похоже, ты давно этим увлекаешься. Это я о порезах и ссадинах. Я тебя расстрою. У входа твой тягач. Подвези меня. Что, я похож на придурка? Ладно, забудь. Они никому не дадут проехать через блокпост. Даже водителям грузовиков? Меня завернули, сказали, можно только полиции. Свиньи. Послушай, мне надо ехать. Ничего не выйдет. Почему? Вы что, боитесь полицейских? Нет, просто ты мне не нравишься. Я не похож на убийцу. Да, и я тоже. Приятно было поболтать. Хорошие у вас здесь ребята. Муравей не тот парень, который перед всеми расшаркивается. А, я проковырял тебе дырку, Боб. Посмотри. Что это? Подделай подпись ФБРовца. Это можно использовать как-то на блокпостах. Ты когда-нибудь слышала о норковом ранчо дядюшки Пита? Я помню, она вроде зверофермы, выше по дороге. Вниз по Хайвею-9, а напротив дорога загорожена. Я частенько брал там дешевое норковое мясо и продавал его в школы на обеды. Классная работенка. Ну, как насчет поездки? Что, если они обыщут сзади и найдут мою тачку? Она зарыта в куче концентрированного удобрения. Поверь мне, никто не будет копаться в этом дерьме. На этот раз ты поедешь в моторном отделении. Моторное отделение? Эй, я все время таскаю здесь дерьмо нелегально, и стоит оно дороже, чем ты. Итак, грузи по-быстрому свою задницу сюда, и к утру мы на норковой свалке. Надеюсь, с грузовиком ты управляешься лучше, чем с ножом. Да, да. Пахнет, как будто горючка подтекает. Люблю пожарные машины. Извините, сэр, проезд для разрешен только полицейским машинам. Я с агентами ФБР приду к броню. А? Это вы о чем? Секретные сельхозуда. А что сзади? Удобрение. Ладно, приезжай. Надеюсь, моя деревенщина довольна. Остановились. Проблемы с грузовиком? Шланг порвался всего-навсего. Я уже вытащил твою тачку. Все в порядке. Ну, приятно было познакомиться. Я убираюсь на дорогу. Жутёк бензин. Он использовал мой бензошланг для ремонта. Этот водила подохнет за то, что он сделал. Не работает без бензошланга. Сарай закрыт. Thank you.
Я не могу сломать этот замок. Без Мони интересно. Нет. У меня ничего нет. Я не спец по меху. Не надо воспоминаний. У меня достаточно шрамов, напоминающих об этой поездке. Нет. Я пешком не хожу. Я не могу сломать этот замок. Нет. Хлам. И шланг, который можно использовать на моей тачке. Думаю, что Мо не будет против, если я одолжу его. Мо? Взяла деталь от ускорителя. Почему она смывается от меня? Она думает, что весь мир против нее. Мне кажется, я знаю, что делать. Вот как. Мертв. Черт. Этот тягач мой. Территория банды крыс. Ошибся, и она сюда не придет. Она придет, просто мы приехали сюда раньше. Это означает, что все, что мы должны, это сидеть и ждать.
Это бесполезно. Это бесполезно. Крепко прикручено. Да, это все из-за них. Меня это начинает доставать. Это бесполезно. Прицеп придавил колеса. Хватит возиться. Что за бардак? Сдается мне, что моста нет. Экспериментальный летательный костюм профессора Шметтерлинга. Одна из жертв этой пропасти. Проклятый прыжок через пропасть Рики Майрона. А это последнее фото профессора Шметтерлинга. Предупреждение: прыгать через пропасть, хотя и соблазнительно, но является нарушением закона и очень опасно. Мы рекомендуем для переправы через пропасть недавно построенный мост. Доброго пути.
Канатоходцы, дельтапланеристы, люди-снаряды. Многие пытались перебраться через могучую пропасть, и многие потерпели неудачу. Кроме Рики Майрона, летающего факела, который перепрыгнул через пропасть на мотоцикле фирмы Corley Motors. Позже было обнаружено, что он усовершенствовал свой Corley с помощью управляемого авиационного твердотопливного ускорителя и автоматического подъемника. Майрон заявил, что он с удовольствием повторил бы прыжок, чтобы очистить свое имя от наветов, но его специальный трап-трамплин был украден таинственной бандой рокеров-похитителей грузовиков. Реактивный ускоритель и подъемник, да? Спасибо за совет, Рик. Однако ты прав. Мне понадобится этот трап.